Это шестое заседание Совета депутатов городского округа Химки в этом году. Первый и главный вопрос в повестке – внесение поправок в бюджет городского округа. В 2024-м, как и в прошлые годы, основной финансовый документ муниципалитета остается социально ориентированным. Все обязательства перед жителями выполняют в полном объеме. Так, часть денежных средств направили на строительство и реконструкцию объектов образования, здравоохранения, благоустройства дворовых территорий. Муниципальное образование берет на себя социальные обязательства и не только в части поддержки наших химчан, но и в части строительства, реконструкции либо ремонта социальных объектов. И, конечно же, единогласно депутаты поддержали все изменения в бюджет, которые касаются реализации социальных программ и тех самых главных обязательств, которые муниципалитет взял на себя. Народные избранники рассмотрели и ряд тем, связанных с предстоящим празднованием Дня города. Так депутаты единогласно поддержали кандидатуры людей, чьи имена занесут на доску почета. Это 30 химчан из разных сфер жизни, которые трудятся на благо округа и внесли огромный вклад в его развитие. Это и образование, спорт, культура, транспорт, промышленность, конечно же, представители наших градообразующих предприятий, врачи, медсестры. На заседании рассмотрели и кандидатуру для присвоения звания «Почетный гражданин городского округа Химки». Почетным гражданином городского округа Химки в 2024 году единогласно была поддержана кандидатура Панова Элеонора Ашотовна, генерального директора Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», который находится у нас уже много лет в микрорайоне «Планерная» и выпустил десятки выдающихся спортсменов, которые прославляют наш городской округ на различных соревнованиях, в том числе на международной арене. Также на совещании обсудили и поддержку химкинской семье, где воспитывают ребенка-инвалида. Депутаты единогласно поддержали выделение финансовой помощи на реабилитацию. Всего же на заседании народные избранники рассмотрели 8 вопросов. Юлиана Мазырина, Анастасия Кравцовская, Софья Ткаченко. Новости Химки ТВ.